Всем привет, друзья! Сегодня у нас склепка. Нет, это не склепка, это Саня Попов, и он покажет вам, как делать склепку на турнике. Полетели! Погнали. Друзья, склепка это такой элемент, который больше техничный, тут практически не нужно использовать сил, главное понять, как его грамотно делать. Вся суть в том, что вы должны оказаться в упоре сверху на турнике, просто поднеся ноги к турнику, и все, и вас должно вынести самих. Сейчас я вам покажу, как это делается, а для чего вы спросите? Все очень просто. Если вы в дальнейшем будете учить, допустим, солнышко или какой-то вообще элемент, в котором вам нужно будет оказаться наверху, чтобы не потратить силы, просто будете делать склепку. И дальше учить уже дальнейший элемент. Вам нужно залезть на турник и немножечко раскачаться, не очень сильно. И вы поймаете тот момент, когда вот спереди, сзади, спереди, сзади. В тот момент, когда вы будете спереди отводить назад, вот в эту же секунду, когда почувствуете, что вы уже назад летите, поднесите как можно быстрее ноги к турнику именно носками. То есть вот таким образом. Ну, что-то хреново самого получилось. Чтобы научиться делать склепку, вам прежде всего необходим мощный пресс. Для этого я вам покажу два подводящих упражнения. Первое будет подъемы ног до турника с касанием носками. То есть таким образом, чтобы коснулись носками турника, старайтесь сделать по 15-20 раз. И второе подводящее упражнение будет уголок, чтобы вы научились держать прямые ноги в таком вот упоре как можно дольше. Если дойдете до 15 секунд, это будет очень хорошо. Тренировать склепку лучше всего 2 раза в неделю, поскольку это силовой элемент, и вам, в принципе, не потратит много сил. Можете делать его вместе с вашей обычной тренировкой, либо с изучением какого-либо элемента. Делайте примерно по 15 повторений в подводящих упражнениях. И в конце каждой тренировки старайтесь делать какое-то количество склепок, если у вас получается или нет, просто чтобы попробовать. И это все, в принципе, все. Тренируйтесь, и все получится. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравилось эта склепка. Это легкое упражнение, это легче, чем на две руки делать выход силой. Поэтому тренируйте, пробуйте, занимайтесь 2 раза в неделю, как сказал Санек. А также подписывайтесь на его канал, ссылка будет в описании. У него крутые влоги будут выходить. Буду снимать влоги из разных стран, ребят. Уже есть Канары, Милан, будет очень много в Англии, поскольку я переезжаю туда жить. И я буду помогать Артуру снимать крутой материал про турники, может быть, сниму даже с черными. Отлично. Всем пока. Бэм.